Однажды Лермонтов бился над решением математической задачи и утомленно заснул над ней. Ему приснился человек, который помог решить задачу. Лермонтов проснулся, записал решение, а потом под свежим впечатлением, мелом и углем нарисовал портрет приснившегося человека на стене своей комнаты, а потом повторил это изображение маслом на полотне для друга своего, Лопухина, который очень дорожил этим портретом и находил в нем несомненное и поразительное сходство с самим Лермонтовым. Портрет называется «Предок Лерма», испанский герцог, бежавший из Испании в Шотландию. Лермонтов упрямо, несмотря на наличие явного своего предка Георга Лермонта, прибывшего из Шотландии в Россию в начале XVIII века, считал опального испанца своим родоначальником настолько, что даже письма свои подписывал Лерма. Вот, имея таких знаменательных предков, и родился через 200 лет после того на свет темноволосый мальчуган с белокурой прядью над лбом. Здесь мне хотелось бы сделать вставку. Из этого сборника вставка очень интересная. Место и время рождения всех пророков удивительно удачны для их карьеры и делает вывод также, место и дата рождения Лермонтова как нельзя более неудачны. Он пришел вслед за Пушкиным. За человеком, чьи дата рождения и адрес идеальны, человеком, ставшим национальной болезнью страны, родиться 15 годами позже в той же стране, посвятив себя почти тому же виду творчества, это почти катастрофа. Так вот, возвращаясь к Лермонтову, так катастрофично родившемуся, мальчик еще не умея ходить, а предпочитая ползать, имел склонность к произношению слов в рифму. Потеряв мать в раннем детстве, как известно, он редко встречался и с отцом, ибо властная бабушка запретила зятю видеться с внуком. И Лермонтову всегда казалось, что сын двух много страдавших на свете людей, он сам обречен судьбой на страдания. К несчастью, и в этом своем бреду он оказался на удивление проницателем. Тархан – это не поэма. Большое, крепкое село, давно в музее мятежный демон снес на хранение крыло. И посетитель видит хрупкий, игрушечный, погасший мир, искусанную в муках трубку и опереточный мундир, в крови оружие и платье, в последнем бешеном пожатии рука на гриве замерла, лихой скакун. Ты господина из боя вынес. Но куда? Сюда, где пруд и луговина, парк и усадьба у пруда, а где-то рядом бродит вечность. Смеркается, но все ж не вечер, и на лугу играют дети. Им славно жить на этом свете. И далеко, пока до мест, где что ни тропка, то и крест. Где Лермонтова стынет дрожь, где окунает губы в вермут поэт, отвергнут и повергнут за пиетическую ложь. Михаил Ляшин. Из завещания отца поэта Юрия Петровича Лермонтова. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за нежное твое ко мне внимание и любовь твою ко мне. Сие внимание я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить бы вместе с тобою.
Я уверен, зная причины, ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя самой чувствительнейшую для себя потерю. И Бог вознаградил меня, ибо в сердце и уважении твоем ко мне я ничего не потерял. Если можно, уберите звук у мобильных телефонов. В этом зале прекрасная акустика, и телефоны звучат невероятно. Слова, которые могли меня тревожить в те года, пылают предо мной вдали, хоть мной забыты навсегда. И там скелеты прошлых лет стоят унылой толпой. Между ними есть один скелет. Он обладал моей душой. Юношеские стихи Лермонтова читаются как лирический дневник. Да, собственно, так оно и было. Он не предназначал их для печати. Аким Шангирей не раз спрашивал его, зачем не берешь ты ничего за свои стихи? Пушкин был не беднее тебя, однако ж платили ему книгопродавцы по золотому за каждый стих. На что Лермонтов, смеясь, отвечал словами Гёте. Песня, которая льется из уст, сама по себе есть лучшая награда. В 13 лет Лермонтов поступил в благородный пансион Московского университета. Ну, всем известно, что многосторонняя одаренность юного студента вызывала удивление и восхищение. Прекрасные рисунки, наброски, картины Лермонтова вызывают еще больше восторг, если принять во внимание, что он никогда и нигде не учился рисовать. Лермонтов прекрасно владел тремя языками – немецким, французским и английским, переводил Байрона, Шиллера, Гёте, Гейна, читал в подлиннике Вальтера Скотта и Фенимора Купера, отзывами о которых он в свое время немало изумил Белинского. Он имел удивительный слух и брал уроки игры на гитаре у знаменитого в то время гитариста, московского гитариста Высоцкого. Отлично лепил из воска, лепил целые батальные картины. Да мало ли что можно еще о нем сказать. Памятен его ответ преподавателю Победоносцеву, который, принимая у Лермонтова экзамен, поинтересовался, почему юный студент отвечает ему то, чего он, Победоносцев, на лекции ему не читал. Лермонтов ответил так. «Правильно, господин преподаватель, вы этого нам не читали и читать не могли, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло». Может быть, это и послужило причиной прекращения учебы. Но, во всяком случае, потом была юнкерская школа в Петербурге. Горькое признание в письме Марии Лопухиной. До сих пор я жил для литературной карьеры. Принес столько жертв своему неблагодарному кумиру. И вот теперь я воин. В
Год своего производства в офицеры Лермонтов представил своему преподавателю словесности Плаксину поэму «Хаджи Абрек». Первое напечатанное лермонтовское произведение. Плаксин, прочитав поэму, тут же на кафедре, поднявшись во весь рост, провозгласил: «Приветствую будущего поэта России». Когда надежде недоступной, не смея плакать и любить, пороки юности преступной я мнил страданием искупить. Когда былое ежечасно очам являлось моим, и все, что свято и прекрасно, отозвалось мне чужим, тогда молитвой безрассудной я долго Богу докучал, и вдруг услышал голос чудный: «Чего ты просишь?» — он вещал. «Ты жить устал, но я ли виновен? Смири страстей своих порыв, будь, как другие, хладнокровен, будь, как другие, терпелив. Твое блаженство было ложно. Ужель мечты тебе так жаль, глупец? Где посох твой дорожный? Возьми его, ускайся вдаль». Поскольку в моем сегодняшнем вечере, к сожалению, нет живого вокала, я взяла на себя смелость предложить вашему вниманию романс на стихи Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» в исполнении Сергея Ленышева. Я бы не удивилась, если бы прозвучали аплодисменты. Сказать, что Лермонтов имел успех у женщин, было бы неосторожно. Красотой он не отличался. Напротив, был сутуловат и неуклюж. В разговоре, как мы все знаем, дерзок, подчас язвителен. Друзья прозвали его «Майёшкой», от французского слова «майё» – «урод», «горбун». За искалеченную в детстве ударом лошадиного копыта ногу. Говорят, что в его облике, хотя сам Лермонтов посмеивался над своей самой заурядной армейской внешностью, более всего были примечательны глаза. Черные, блестящие, пристальные. Один из поклонников Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с ним последний год его жизни, был поражен этими глазами и сказал, что это длинные щели, полные злости и ума. Глаза эти поразили художника Меликова, который сказал, что сила этих глаз для него загадка. Из-за них он не смог написать портрет Лермонтова. С этим, по его мнению, мог справиться только Брюлов, писавший не портреты, а взгляды, умевший вставить огонь в глаз. Хотя сам Карл Брюлов не желал браться за портрет Лермонтова, утверждая, что он ничего не смог углядеть в этом лице достойного изображения. Поэт обессмертил в своих стихах имена Екатерины Сушковой, Марии Щербатовой, Марии Лопухиной, Натальи Ивановой, Варвары Лопухиной. Но сколько стихов и особенно писем, посвященных и отправленных ими любимой женщине, было сожжено ими из страха в лучшем случае перед семейными неприятностями. Сушкова посмеялась над его юношеской любовью. Верещагина, Иванова и Мария Лопухина уничтожили его письма.
Много лермонтовских писем уничтожил его друг Раевский из-за их резкого тона и неподобающего содержания. А его троюродный брат, уже упомянутый Аким Шангирей, из самых лучших, не сомневаюсь, побуждений, сжег множество рукописей, которые, по его мнению, ничего не прибавляли к литературной славе Лермонтова, и жалел, что не сжег еще больше. Воистину, посмертная судьба поэта стала непосредственным и не менее трагичным продолжением его прижизненной судьбы. Отечество, чехарда династических вех, игры в качество и количество, жизнь за пологом виевых век, освежеванные таланты, упыри в генеральских чинах, новорожденные мутанты в загазованных городах, поколение мое дыхание, отходящее от стекла, языкастое новозвание и безрукое на дела. Золотушное и незрячее время шлепает слабой губой, расковыренными болячками, похваляется предо мной, на колени бесстыжее липнет, и, нарезавшись в синий дым, пририсует скабрезный постскриптум к заповедным скрижалям твоим. Я всю жизнь к тебе пробивался, с мятой свечечкой в рукаве, но всегда в дребедень расшибался о какой-нибудь год на крови. Крепостной самодура века я привык, что бьют по глазам. Пожалей, Господь, человек, той же меры тебе воздам. Алина Колдова. Читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы. Он мерзок, как мы. Лермонтов имел смелость
многое высказывать без пощады. А люди слабые, задетые, никогда не прощают такой искренности. Прежде чем я продолжу говорить о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, я хочу зачитать высказывание о нем человека, который, ну, насколько мне известно, во всяком случае, вообще несерьезно относился к стихотворству. «Что бы сделать он мог?» – это Лермонтов. «Он начал сразу как власть имеющий. Каждое слово его было словом человека, имеющего власть». И буквально сразу же прозвучало стихотворение «Смерть поэта». Прозвучало как мощный раскат грома. В высших кругах его считали ребяческой забавой, а в публике, хоть и не громко, признавали за произведение. Жуковский признал в нем все признаки могучего таланта, а само стихотворение явлением замечательным. Из ряду вон. Автор же был незамедлительно посажен под арест, сопровождаемый многозначительными словами Николая I. «Этот чего доброго заменит России Пушкин». Лермонтов был избран сразу и современниками, и народом, и возмездием. Находясь под арестом, поэт велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько чудесных стихотворений, в том числе «Когда волнуется желтеющая нива». К сожалению, все стихи, которые мне бы хотелось прочитать, нет возможности читать. Я ограничена немножко рамками вечера. Но вот это стихотворение мне прочитать невозможно. Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я снова посвящаю стих небрежный, как сына, ты его благослови и осени вершиной белоснежной. Когда произносишь на Кавказе имя Лермонтова, это как пароль. Один современный кавказский поэт сказал, когда в ущельях произносится его имя, мне кажется, что навстречу вылетают орлы. Слава и ссылка за смерть поэта пришла одновременно. В составе Нижегородского драгунского полка Лермонтов отправляется на Кавказ, открывший, несмотря на то, что Лермонтов многократно с бабушкой бывал здесь с детства, даже не страницу, а целую главу в его очень недолгой жизни. Приветствую тебя, Кавказ седой. Твоим горам я путник не чужой. Они меня в младенчестве носили и к небесам пустыни приучили. И долго мне мечталось с этих пор все небо юга да утесы гор. Прекрасен ты, суровый царь природы, свободы, и вы, престолы вечные природы. Когда, как дым синее, облака под вечер к нам летят издалека, над нами вьются, шепчутся, как тени, как над головой огромных привидений колеблемые перья, и луна по синим сводам странствует одна. В Нижегородском драгунском полку с любовью вспоминали прежнего полкового командира Александра Чавчавадзе. Первые шаги сближения нижегородцев с грузинами были сделаны именно в доме Чавчавадзе, которого почитала вся Грузия, как представителя знатного рода, как одного из своих доблестнейших воинов и, самое главное, как своего великого поэта в его знаменитом имении Цинанда. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом. Лазил на снеговую гору, на самый верх, что не совсем легко. Оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке. И право я не описать, не объяснить этого и удивительного чувства не могу. Для меня горный воздух, бальзам, хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту. Сидел бы, досмотрел целую жизнь.
1837 году Чарчавадзе вернулся из Петербурга в Тифлис, и Лермонтов, посетив его гостеприимный дом, нашел не только радушный прием гостеприимного хозяина и его дочери Нины, но и познакомился с грузинским обществом. Хороших ребят здесь много. Особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные. Пишет он и тут же восклицает вслед за Пушкиным, но что здесь истинное наслаждение. Так это татарские бани. Я снял на скорую руку вид из всех примечательных мест и везу с собой порядочную коллекцию. Синие горы Кавказа, приветствую вас. Вы взлелеяли сердце мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, обласкали меня, одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают грозовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он. Тем более не только в рамках своей очень недолгой жизни.
Я не для ангелов и рая всесильным Богом сотворен, но для чего живу, страдая, про это больше знает он. Как демон мой, я зла избранник, как демон с гордою душой, я меж людей беспечно странник, для мира и небес чужой. Прочти, мою с его судьбою воспоминанием сравни, и верь безжалостной душой, что мы на свете с ним одни. Мцыри, беглец, ошибки Рип, дары Терека, герой нашего времени и многое-многое другое. Да, поистине Кавказ и в особенности Грузия оказались для Лермонтова не только неиссякаемым источником вдохновения, но и любимой темой, как оказалось, новых произведений. Одним из самых содержательных произведений стала поэма «Демон», над которой Лермонтов работал 9 лет, но которую закончил только тогда, когда вернулся из Грузии. Горы Кавказа, Казбек, грань Алмаза, излучистый Дарьял, Кайшаурская долина, берега Арагвы, угрюмая Гуд-гора, предание о горном духе Гуди, прикованном к скале Амирани, все это дало поэме совершенно иную направленность и колорит. Об этой поэме было очень много совершенно разноречивых и даже противоречивых откликов. Нельзя сказать, чтобы она была талантливее или бездарнее остальных, ибо поиск бесталантных произведений в творчестве Лермонтова – это поистине бесполезный труд, которым я бы не порекомендовала никому заниматься. И тем не менее литераторы разделились на две группы. Одни хвалили поэму во весь голос – другие ругали ее. Мария Щербатова заявила, что в Лермонтову, что влюбилась в его героя и готова последовать за ним куда угодно, хоть в ад. Великий же князь Михаил Павлович ехидно заметил, были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь появился русский демон, значит, нечистой силы прибыл. Я только никак не могу понять, кто же кого создал. Лермонтов ли духа зла или дух зла Лермонтова? Что называется, хороший вопрос. Когда Адоевский спросил поэта, с кого вы списали своего демона, тот ответил, смеясь, самого себя, князь. Поверьте, я еще хуже моего демона. Поэмы зачитывались. Она переписывалась и ходила по рукам во множестве списков. Демона было принято дарить как нечто интимное. Его списки оформлялись как подарок. И тут же мы слышим скептическое высказывание Шангирея. Демон похож на оперу с очаровательной музыкой и пустейшим либретто. Ну что ж, бог судья Шангирею за пустейшее либретто. Но музыкальность поэмы была угадана верно и почувствована не только им. Мы знаем, что именно она побудила Рубинштейна к написанию оперы «Демон» Сулхана Цинцадзе, к созданию балета, либретто которого написал Вахтанг Чабукьяни, и до сих пор продолжает жить «Демон», посвященный Вареньке Лопухиной, благословленный эпиграфом из Байрона, запечатленный на холсте Врубелем, жить и звучать своей божественной. Вы прослушали роман с демоном в исполнении Павла Лисицкого. Ничто так не настраивает и так не потрясает, как музыка. Перед тем, что вы сейчас услышали, ну, все, чем я сейчас занимаю ваше внимание, боюсь, что ничего не стоит. Когда я впервые прослушала этот роман, у меня теперь слышно. Ты светом осужден. Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, собрание похвал незаслуженных и столько же насмешливых клевет. Из поездки на Кавказ Лермонтов вернулся знаменитым поэтом. Познакомился с литераторами, стал часто бывать на балах и в салонах. Из письма Марии Лопухиной. Надо сказать вам, что я несчастнейший человек. Я пустился в большой свет.
течение месяца на меня была мода. Меня буквально рвали друг у друга. Все эти люди, которых я поносил в своих стихах, стараются льстить мне. Тем не менее, я скучаю. Просил отпуска на полгода. Отказали. На 28 дней. Отказали. На 14 дней великий князь и тут отказал. Просился на Кавказ. Отказали. Не хотят даже, чтобы меня убили. Я начинаю находить все это несносно. Нигде нет столько подлости и столько смешного, как в этом обществе. Очень пророческое высказывание Николая Васильевича Гоголя. Прошу прощения сейчас. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них упустил из виду свое главное поприще и назначение и бросался на другое, или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапно насильственная смерть вырвала его вдруг из наших рядов. Подъезд, ступени, стук дверей, бравурные мазурки, звуки, морозный плащ швейцару в руки и вверх по лестнице скорей, вдоль канделябров и свечей в ту залу, где под клавикорды кружится чопорно и гордо десяток знатных москвичей. Приглушен шпоры тонкий звон, коврами, музыкой и смехом, и плечи, схваченные мехом, и веера со всех сторон, как остро ощущает он к себе недоброе внимание, идя сквозь титулы и звания в вечерних окнах отражен. Полупоклон, полунамек, лорнеты скинуты надменно, и возникает откровенно и неизменно горечь строк. И он уже готов съязвить, любитель хлестких аттестаций, в альбоме бегло расписаться и труса трусом объявить. Спугнуть улыбку сытых лиц и омрачить веселье бала, и что она ему опала, царей досада и цариц. Но ждет у двери вестовой, швейцар накинет плащ на плечи, и Лермонтов судьбе навстречу пойдет поднятой головой. Вячеслав Зайцев. В 1840 году на новогоднем маскараде в благородном собрании Лермонтова остановили две маски в розовом и голубом домино. Они щебетали, насмешливо переглядывались. Потом одна из них игриво ударила поэта веером по руке и сказала, что хочет причислить его к своим приближенным. Лермонтов тогда не сдержался. Сказал дерзость, которую великие княжны так и не забыли. Нет, мир совсем пошел не так. Обиняков не понимают. Скажи не просто «ты дурак», за комплимент уж принимают. Все то, на чем ума печать, они привыкли ненавидеть. Так станушь умным называть, когда захочется обидеть. За дуэль с сыном французского посла Барантом Лермонтов был отправлен на гауптвахту, где его и навестил Белинский. В беседе с ним поэт высказал свое заветное желание уйти в отставку, освободиться от военной службы и целиком посвятить себя литературе. Но этому желанию не суждено было осуществиться. Вторично сосланный на Кавказ за дуэль поручик Тандинского пехотного полка Михаил Лермонтов вы проявил незаурядную храбрость и в сражении при Валерике был представлен к награде, но в Петербурге его имя вычеркнули из наградных списков. Это значило, что отставка не состоится.
Мы пьем из чаши бытия закрытыми глазами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз повязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Гадалка Кирхгоф в свое время предсказала Пушкину смерть от руки белого человека. Лермонтову же, который был у нее с друзьями, довелось услышать, что отставки ему от службы не видать, в Петербурге больше не бывать, но что ожидает его другая отставка, после которой уже ни о чем просить не станешь. Лермонтов сначала очень смеялся этому, но когда неожиданно пришел ему приказ ехать, он был сильно поражен. Все стихи Лермонтова – воплощение трагизма и совершенно зрелой мудрости, несообразных с его годами. Лермонтов поступил в юнкерскую школу уже человеком. Много читал, многое передумал, тогда как другие еще только вглядывались в жизнь, он уже изучал ее со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой. Так вспоминал о Лермонтове его однополчанин и однокашник по юнкерской школе, который в июле 1841 года, выходя из дома Верзилиных, вместе с Лермонтовым сказал ему тихо: «Вы знаете, Лермонтов, что я часто терпел ваши шутки, но не люблю, когда их повторяют при дамах». На что Лермонтов также тихо ответил: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Многое было написано и сказано о правомочности этой дуэли. Много было сказано о том, было ли это подстроено, или это была случайность, или действительно Мартынов хотел убить Лермонтовой. Ну, вы знаете, давайте признаем то, что если Лермонтов бы не был застрелен Мартыновым, все равно жить ему оставалось уже недолго.
само его творчество, вот этот огромный объем мысли и философии не предполагал долгой жизни, мне кажется. 15 июля 1841 года друзья готовили дома пир, шампанского накупили, чтобы отпраздновать примирение двух друзей. За исход дуэли никто не беспокоился, ведь Лермонтов обещал выстрелить в воздух, а Мартынов и стрелять-то толком не умел, расметил столб, а попал в корову, так что никто и не беспокоился. За полчаса до дуэли на город налетела буря. Как только она утихла, дуэлянты подняли пистолеты. Прозвучал выстрел. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место рукой. Лишь только Лермонтов испустил последний вздох, пошел проливной дождь. Казалось, сама природа плакала об этом человеке. Комендант, которому Мартынов сам доложил, о дуэли воскликнул: «Мальчишки, мальчишки, убей меня, Бог, что вы наделали, кого вы убили?» И заплакал. Генерал Ермолов, узнав о смерти Лермонтова, гневно заявил: «Можно позволить убить любого другого. Будь то вельможа или знатный, таких завтра будет много, а таких людей не скоро дождешься». Друзья Лермонтова немало потрудились над тем, чтобы священник, вопреки строгим правилам, отпел дуэлянта. Вышло же так, что за упокойную мессу по Лермонтову отслужили три священника, и православный, и лютеранский, и католический священники. Поэта хоронили при торжественной обстановке. Гроб, обитый малиновым бархатом, несли на плечах друзья и почитатели его таланта. Почти всю могилу Лермонтова тут же разобрали по булыжникам, всю эту насыпь разобрали. И долгое время спустя пятигорские ювелиры вделывали осколки от этих булыжников, браслеты, серьги, брошки. А на поминки пошло то угощение, которое готовили для примирения. Николая же Мартынова сослали в Киев. Он исполнял там возложенную на него эпитимию, всякий раз в роковой день служил панихиду по убитым и ежегодно отбывал покаяние в одном из московских монастырей. Thank you.
хранила блаженство мук и страстей. Он умер, здесь его могила. Он не был создан для людей. В Тарханах есть большая каменная церковь, в которой находится старинный образ Спаса Нерукотворного. Этим образом благословил бабушку Лермонтова Елизавету Алексеевну, еще ее дед, и она ежедневно молилась ему о здравии внука. Когда же она узнала о его гибели, то приказала сослать образ в сельскую церковь, отослать его в маленькую часовенку, сказав при этом: «И я ли не молилась о здравии Мишеньки, этому образу, а он все-таки его не спас». Да, действительно, как сказал Вяземский, в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа. Второй раз уже не дают промах. Горькие, неверящие отзывы современников о понесенной утрате, о которой узнал даже Александр Дюма из письма Ростовчина. Белинский, еще совсем недавно восклицавший: «О, это будет русский поэт с Ивана Великого», сейчас, приглушая голос, пишет: «Мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина». Того же мнения и сотрудник отечественных записок Панаев. Если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял первое место в истории русской литературы. А вот еще один отзыв, как здесь пишут, крайне редко приводимый. Бунин, благоговевший перед Пушкиным при воспоминании его строк, чувствовавший себя каким-то дураком, идиотом, и сказку о царе Салтане, называвший божьим творением, восклицает на пороге смерти в 80 с лишним лет: «Я всегда думал, что наш величайший поэт Пушкин». Нет, это верно. Могучий, неповторимый, самобытный, талантливый поэт. Он умел быть смелым в то время, когда прямая и смелая речь вела к великим бедам. Он заявил свою преданность музе тогда, когда эта муза могла лишь подвергать своих поклонников гонению и осуждению света. Он оставил в наследство множество поэм, драмы, стихотворений, о которых мы не имели возможности упомянуть и которые не имели возможности прочитать. Прах его был перенесен в Тархан и погребен рядом с могилой матери. Памятник из черного мрамора увенчан урной с крестом и под позолоченным венком надпись: «Михаил Юрьевич Лермонтов родился, скончался». От лести презренной, от злой клеветы уста мои чисты и святы. И путь мой повсюду был путь правоты, трудами и горем богатый. Thank you.
ветром и песком, летящим на огнем весенним мотыльком, ветвями ивы в воду опускает. Проходит тысячи мгновенных лет, и перевоплощается мелодия в тяжелый взгляд, в сиянье эполет, в рейтузы, в ментик, в ваше благородие, в корнета гвардии. Почему бы нет? Туман, Тамань, пустыня внемлет Богу, как далеко до завтрашнего дня. И Лермонтов один выходит на дорогу, серебряными шпорами звеня. Георгий Иванов. Позвольте мне на этом закончить сегодняшний вечер и попросить у присутствующих прощения за то, что не все, что хотелось бы, было сказано. Я благодарю всех, которые почтили память Михаила Юрьевича Лермонтова своим присутствием на этом вечере. Я хочу поблагодарить тех, кто принял участие в создании этого сборника и вошел в него. А правда ведь отличный сборник. Через 4 дня состоится его презентация в Баку, и именно потому Алина Талыбова, составитель этого сборника, не смогла приехать. На этом я заканчиваю наш вечер и прошу препоэтов, присутствующих в зале, если вам будет угодно, прочитайте свои стихи, несомненно имеющиеся, посвященные Михаилу Юрьевичу Лермонтову, ушедшему от нас в возрасте 26 лет. Спасибо вам. Спасибо. Михаил смог воскресить в русской действительности то, что не совсем понятно до сих пор. Атлантические настроения. Как он мог генетически это сохранить? Но это сохранилось. И вот исследователи всегда отмечают, что он дал такое пространство свободы, которое в русской поэзии до этого не было. Понимаете? Как он это смог сделать? Можно только догадываться, что он все же через какие-то великие решения, через свою судьбу, смог это объявить русскому народу. Понимаете? И еще одна фраза, вот сейчас в литературной газете написано, что немытая Россия тоже... Стихотворение его. Это да. Не совсем это там что-то такое. Не знаю, это может быть в связи с каким-то переменой, каким-то настроением. В общем, ну, отрицает эта строчка. Не знаю, спорный вопрос. Спорный вопрос вообще, за что убил его Мартын? Вы слышите? Можно попросить вас действительно на минуту задержаться? Марина Нацвалова хочет прочитать стихотворение. Я одно слово тоже скажу. Еще раз большое спасибо Анне. Я читать ничего не буду, но хочу передать ей свою работу Алле Матале. Еще сюрприз вас ждет в интернете. Вы, наверное, знакомы с работой Вахидовой. Так что все помогают. Спасибо. Не дрогнула рука космополита, убийца русской славы и надежды. И кровью праведной земля залита. Подхор и мир. Убил поэт, закончил путь свой сладкий. Но в эти злые пасмурные дни зашла звезда. Звезда почти, почти что равной величины. Он не рыдал. Да и к чему рыдание? К чему пустых похвал ненужный хор? Нет, быть не может к свету оправдания. Позор, позор. И пел он, выражая гнев народный. Ничто и никого не пощадил. И осудил бездушный свет холодный. И заклеймил
из рук поэта выпавшее знамя, поэзии высокой и святой, он подхватил. И не погасло пламя души родной. Два имени века нам завещали. Им уготована была судьба одна. И начертали на заветные скрижали их имена.